Каждые выходные с 10 до 13.00 взрослые жители муниципалитета могут пройти диспансеризацию в парке Опаренки. Мобильный медпункт ждет пациентов в здании лыжной базы. Диагностика едва ли займет больше 40 минут, но охватит весь необходимый комплекс исследований здоровья. В первый этап диспансеризации входит анализ крови, сахар, холестерин, измерение артериального давления, внутриглазного давления, измерение ЭКГ и флюорография. Ну, флюорограф мы направляем в поликлинику по месту жительства. После проведения исследований врачи определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациентов на более углубленную диагностику. Результаты обследований придут в личный кабинет пациента на госуслугах. На текущий момент, значит, по территории Ленинского городского округа, я имею в виду и в город, и поликлиники, вот мы подаем как бы отчет еженедельный, прошло более 40 тысяч человек диспансеризацию. Единственное условие прохождения – простой набор документов – полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Предварительная запись не требуется. Такой формат особенно удобен тем, кто работает в будни и не может посетить поликлинику в течение рабочей недели. Ну, конечно, это удобно. Мы стараемся каждый год проходить диспансеризацию, но это всегда нужно взять отдельный день, это нужно записаться, приехать. Это, ну, тем не менее, там, если в выходной, то это нужно как-то детским садиком состыковать. Пункт диспансеризации в парке Опаренки города Видное будет работать до конца августа. Приходите проверить свое здоровье. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.